Единственный в области выпускник Ангарского лицея номер один Никита Андрющенко получил 100 баллов за ЕГЭ по географии. В прошлом году Никита стал победителем, а в этом – призером областной олимпиады по этому предмету. Выбрал этот предмет, потому что география мне нравилась с детства. Занимался как бы с детства, интересовался с детства, поэтому выбрал. Также выбрал, потому что планирую поступать на географический факультет. Но с самого начала я, конечно, хотел поступить на исторический. Ну, просто как бы как дополнительный вариант выбрал географию. Высший балл по русскому языку получили трое ангарчан. Это Анна Куркутова из школы номер 27, Любовь Тарасенко из второго лицея и Екатерина Шиленко из 19-й школы.